Севастополе проводится не только парад кораблей, но и военно-спортивный праздник, на котором российские и украинские военные моряки продемонстрируют вам свое боевое мастерство и ваш прекрасный Трудно было поверить, что как бы начнется вооруженное какое-то сопротивление, вооруженный конфликт именно с русскими. Но это просто не вкладывалось в голову. Если по-большому разобраться, это же предательство, понимаете? Да? Это самое настоящее предательство. К предателям нигде не относятся хорошо. Моментально мы из разряда защитников города, которыми мы были еще 23 февраля, стали, ну, карателями нас тогда еще называли, а вот нацистами нас уже тогда обозвали. Тут звонит мне механик, говорит, только тихо, собирай вещи, готовимся, сегодня будем, наверное, улетать. Пришел, сел в вертолет, перелетел в Николаев. Все. Когда не понимаешь сам, что происходит, очень трудно объяснять людям, что происходит. А они смотрят на тебя и ждут от тебя что-то. Это реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней.